Тюменский клуб «Барс» вернулся со сборов по ски-альпинизму. Они прошли в Шерегеше Кемеровской области. Занятия вел профессиональный инструктор. Ребятам удалось совершить два восхождения и значительно продвинуться в подготовке. Эта поездка стала реальной благодаря поддержке фонда президентских грантов. «Барсу» выделили более 2,5 миллионов рублей. Как сегодня развивается ски-альпинизм в Тюмени, расскажет Юлия Никифорова. Не самая зрелищная, но самая сложная часть тренировки. Спортсмены один за другим поднимаются по сложному снежному рельефу. В этом суть нового для Тюмени направления – ски-альпинизм. Сейчас есть скальные участки, которые нужно проходить в кошках, там это с инструментом, допустим, это либо по льду. Это есть специальные кошки на эти лыжи, есть обычные кошки, которые приходится лыжи убирать в рюкзак, доставать кошки, одевать и идти дальше по леднику, часто чтобы какой-то сложный пройти. Там как бы это все равно, это, хоть и ски, но это остается альпинизмом. Но прежде всего это симбиоз из горного и туристского лыжных походов. Дистанция состоит из подъема в горы и спуска по необорудованной трассе. Популярный в Европе и набирающий обороты в России ски-альпинизм. Кавказ, Хибины, теперь Сибирь. Свое восхождение тюменский «Барс» начал именно с нее. Сначала тренировались на маленьких лыжных базах, а в этом году удалось покорить большую трассу в Шерегеше. Был пологий спуск, и одновременно он переходил в крутой спуск. Так что можно было, скорости особо не терялось, и можно было отработать. И то, что некоторые упражнения, которые делаются на скорости, и можно было поотрабатывать то, что делается на пологом склоне. Спортсмены отрабатывают навыки на склонах, до которых сложно добраться на подъемниках. Ежедневная дистанция не меньше 10 километров. Спорт для настоящих экстремалов, в команде которых нашлось место и девушкам. Было страшно самый первый день, самый первый спуск, когда я думала, мы примерно на таких же трассах будем тренироваться дальше, а нас туда прям наверх завезли, и было страшновато. В Тюмени у экстремального вида спорта уже начала расти армия поклонников, а вместе с ней первые планы на покорение новых вершин. Так появился проект «Тюменский тур», который поддержан фондом президентских грантов. Съездили вот в Шерегеш, набрались сам опыта и теперь хотим развивать это направление также и в Тюмени. То есть приобщить тюменских ребят также к этому направлению, потому что, скорее всего, они об этом даже и не слышали. И уже 3 февраля в Тюмени планируют провести первые соревнования по ски-альпинизму. Юлия Никифорова, Евгений Доценко, Тюменская служба новостей.